Граждане Российской Федерации – это испробованное блюдо для озлобленного электората перед выборами. В прошлый раз прокатило, и в этот раз прокатит. Ныне оппозиционное национальное объединение продвигает поправки, чтобы те граждане Российской Федерации, которые в прошлый раз не попали под поправки к закону об эмиграции, на этот раз не ушли бы от возмездия. Другими словами, должны были бы доказывать знание латышского языка и заполнять чудовищные анкеты. Поскольку разница между латышскими партиями лишь в том, как они делят министерские портфели, а по сути они все ставят приоритетом ненависть к русским, то коалиция во главе с Единством решила подать этот законопроект вперед национального объединения. Еще чего не хватало, такая сладкая тема, и отдавать ее на откуп конкурентам. Не, надо самим сделать гадость русским и попиариться на этом. Так вот, таких граждан Российской Федерации – по данным ПМЛП, на январь этого года без малого 5000 человек. В свое время они оформили постоянный вид на жительство по утратившему в 2003 году силу закону о выезде и пребывании в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства. Нелюди из правящих ссылаются на формулировку Конституционного суда, который указал, что у этих граждан России преимущественное положение по сравнению с теми гражданами Российской Федерации, которые должны были переоформлять свой вид на жительство. Так называемую проблему легко можно исправить, накормив обедневший озлобленный электорат перед выборами в Европарламент очередной порцией реваншизма. Потому что решать экономические проблемы куда сложнее, а вот это всегда работало все 30 лет. Задорнов бы сказал: ну тупые, целак, и юсес от стулбы, что ведетесь на все это. Любой удар по гражданам России – это удар не только по этим людям, но и по членам их семей, которые тоже говорят и думают по-русски. И это охват в 5, а то и в 10 раз превышает количество непосредственно затронутых этими бесчеловечными законами людей. Удар такой точечный, вот прям по-русски. Но немножко жалости проявили и тут. Поскольку половина из этих 5000 людей старше 75 лет, то их освободят от экзамена по латышскому языку, но анкету заполнять обяжут. В офисах нашей партии мы уже помогли тысячам людей, и все, кто к нам вовремя обратился, переоформили документы. Меня радует, что все политические силы, которые рассчитывают на голоса русскоязычных, не договариваясь между собой, вовлеклись в этот процесс. В среднем помощь каждому такому человеку требует, ну, по крайней мере, 3 часов работы и очень много знаний и энергии. Поэтому мои коллеги Анна Бондаре, Кристина Роза, Мирослав Митрофанов и многие другие, кто непосредственно участвовал в заполнении этих анкет, они просто герои. Нет сомнений, что и новый закон примут. Так вот, остальным пострадавшим мы тоже поможем. Меня иногда спрашивают, а что эти правящие еще придумают? Знаете, сложно сказать, ведь моя фантазия не настолько извращена. Они уже давно достигли дна и начали копать дальше. Я знаю одно. Сейчас выборы в Европарламент, и там должен быть настоящий русский голос. 20 лет им была Татьяна Жданок. Сейчас она призывает вас голосовать за меня, Инну Дьери. Все наши люди стартуют в списке номер 6, Центропартии. Каждый голос может быть решающим. Придите на выборы и проголосуйте за нас, а мы продолжим помогать и бороться, а также громко отстаивать наши права. Возможно, мы не ликвидируем дискриминацию полностью, но без таких, как мы, ее станет еще больше. Мы поддерживаем вас, а вы поддержите нас.